Следующая концертная организация Казахстана, РГКП «Казахконцерт», открывает свой 59-й концертный сезон. «Казахконцерт» — это одна из старейших концертных организаций Казахстана и существует уже более полувека. В свое время известнейшие музыканты нашей страны были солистами и работали в этой прекрасной концертной организации. И сегодня, не изменяя традициям, РГКП «Казахконцерт» проводит замечательные мероприятия, и здесь сосредоточены лучшие музыкальные силы нашей страны. Это, конечно, солисты, это камерные составы, это прекрасные оркестры, это фольклорные коллективы, джазовые коллективы. Я уверен, что открытие 59-го концертного сезона будет ярким культурным событием в жизни не только Нур-Султана, нашей прекрасной столицы, но и всей страны. Мы приглашаем всех любителей народной, классической, джазовой музыки на это грандиозное мероприятие. Я уверен, что вы получите истинное колоссальное удовольствие.